Адмирал прервал череду поражений и начал побеждать. Наш хоккейный клуб в рождественский вечер поверг одного из лидеров КХЛ, омский «Авангард», со счетом 5-4. Затем в матче против ханты-мансийской «Югры» Адмирал добыл еще одну победу, причем волевую. Гости забросили первыми, реализовали большинство, но во втором и в третьем периодах приморцы ответили и вышли вперед. 2-1 итоговый счет. На этих матчах вместе с приморцами за Адмирал болел в Рио губернатор Андрей Тарасенко. Глава региона участвует в жизни клуба, постоянно следит за развитием хоккея в Приморье. Накануне Андрей Тарасенко награждал лучшие детские команды участницы Кубка губернатора по хоккею. В турнире приняли участие более 200 юных приморских хоккеистов.